Больше внимания со стороны государства и, как следствие, больше шансов развивать свое дело. Предприниматели Восточного Казахстана рады, что глава государства снова обратил внимание на малый и средний бизнес, предложив ввести мораторий на проверки до 1 января 2015 года. Бизнесмены уверены, что подобные послабления принесут только пользу экономике и региона, и страны в целом. Глава государства уделяет нам такое внимание, благодаря чему у нас есть возможность развивать и расширять свой бизнес. Что касается моратория, то это, безусловно, для нас большой плюс. Мы можем спокойно работать, зная, что нас не будут отвлекать какими-то ненужными проверками, которые отнимают у нас очень много времени и нервов.